Здравствуйте, зрители и гости канала, с вами Хорячая Семья, я Хорячий Батя Грегор, это Тори Чан. И мы тут пришли не шутки шутить. А ты боюсь! Ладно, да, на самом деле, по-серьезному, у нас с вами похождение Кастеллануса по разрушающемуся городу, где нас немножко задушнило то, что... Стрижка. Если я не буду шутки шутить, то я буду плакать в углу и бояться. Да, вот. А мы с вами остановились на том, что за нами гналась тупорылая рыбина. Не понять, зачем еще сюда вставленная в эту игру. Ну, как бы... А еще мы с вами видим готовящуюся арену. Кстати, я хотел туда посмотреть, но так и не посмотрел. Да, он с пушкой да, лежит. Да, все, значит, готовимся... А, стоп. Я, кстати, про них даже и... Да, у нас... Или ты забыл? Ты куда? Катываешься, как и моя жизнь. Так вот. Еще ящики. Вкусненькое. Еще тело. Так, хорошо. Подожди, а тут был кто-нибудь? Сейчас быстренько бегал. Вон там, бегал. По-моему. Вон да, там кто-то сидит. Там... Нет? Вон он. Там... Да, вон, да. Да. Раз, два, три. А вон там за белой машиной. Нет, на центр дороги. Посмотри, пожалуйста. На центр дороги. Там. Нету? Нету, все хорошо. Подожди, есть пробел еще. Вроде. Еще лут? Ну да. Нету снайперов больше. Блин, что-то у меня мало хп. Подожди-ка, давай-ка мы все-таки, наверное... Мажемся? А, нет, мы не будем этого делать, только если меня тут завалят. Вот если меня тут завалят, то это будет показатель того, что надо бы. А если нет, то... То и нет. Вы встаете? Может, мы сможем краситься? Я просто про то же и думаю, что если сейчас игра позволит мне, я попытаюсь Хелси это дело провернуть. Она намекает, чтобы сжечь лежачих. Ну, одна спичка, это намек сжечь себя, конечно, видимо, но... Нет, ну вообще она говорит, типа, спичка, так, ага, вижу. Не вижу. Плохо. Ой. Так это Лесли. Сейчас он всех нахрен и поднимет, да? Вы будете вставать? Тебе надо? Ладно, пойдем. Да, давай. Нет смысла не усугублять. Стоять. О, стоп, подожди. Сейчас аккуратненько. Аккуратненько. Блин, слушай, ну. О, ножик крепкий. Так у него нож еще. Давай. Слушай, ну вот. Подожди, я с него опыт упал, да? Жишка, да. Игра мне сама перебила. Ты будешь на меня гоняться? А зачем? Что? Это что вообще было? Подожди, Руби. А, ну что он сейчас поднимать будет? Ой, вот стоп. Я точно промахнулся? Да, дернулся. Да. Он дернулся специально. Ваши, кушайте. Зря, что ли, у меня гранаты были все это время. Хорошо. Сейчас, подожди. Да. А хочешь в огонь прийти? Подожди, мне кажется, он... Это бессмертный. Будь спокойный, Рубик. Маска. Не маска, поговорить? Спокойно. Да. Но мне надо вас отстрелить, я так понял. Промахнуться, обидно. Так, Рувик, ты где? Там ящики вот, были, она. Может, в них это? Ладно. Ага, подожди, сейчас. Может, в них хилка. Ну наконец-то, гарпун работает как надо. Я его покорю. Не-не-не, ты давай. Отдыхаешь? Повторим? Нет? Все? Это все? Даже солнце. Солнце взойдет. Пошли лутаться. Че? Не надо бременских присмотреть. Так, ну тут была какая-то серьезная женщина, ты кстати. Прям разделал просто вообще. Да, я потратил много всего, но да, спасибо. Хотя на самом деле я потратил гранаты, которые почти не использую. Я потратил, ну сколько? Ну просто такого полобоймы. Перерыв. Ну просто одна граната. Типа
Ну да, еще сколько у нас перерыв был? Почти 2 недели, да? Да. Да, где-то 2 недели. Или даже не 3. Не 3. Точно не 3? Не, точно. Ну ладно. Не точно. Ну смотри, у нас пихи да получается. Ну я просто меньше, не только 2. Где-то 2. Вот, поэтому очень хорошо вернуться. Если не всего одна. Но если я буду тупить, то, пожалуйста, не обижайтесь. Я стараюсь как могу. Извилинка. Я здесь для того, чтобы ты не тупил. Пить буду я. Нам решили позвонить. Еще. Фишные ребята. Что? А почему ты? Зачем? Не сгорела на работе, а может у меня в коляске вот. Я блин, пошу... звучит очень хорошо. Да, ну почему ты мне веришь? Такой... Миш, я как знал. Что я дело говорю? Ну типа. Как ты меня отстанешь? Текстурки прыгают. Это х... Нам забавно, в этой игре прыгающие текстурки означают либо рядом Рубик, либо хреново что-то сделали. Топ. Пока мы не пошли. Сколько? Да не, в бессмысле. 3 этих у меня, да? Ага. Ага. Я просто забыл, как переключать. Блин, жаль, нету молнии болта. Вот он бы мне прям... Зачем? Тогда... Он очень хорошо станет, притом... Он притом всех станет, вот чему прикол прям. Ну, сейчас очень хорошо отбрасывал, даже обычный, поэтому... Ну, это было удивительно, если честно, это... Учитывая то, что он последний раз... Ой, там еще эти... А, хилятика. Ну, как я говорил, легко пришла, легко ушла. Вперед. У меня все равно хп мало, так что так или иначе. Пришлось бы. Так, мы собрали еще один кусочек. Вот, а вот теперь мне должно хватить... Да. Чисто так, на всякий случай. Пускай оно у меня будет. Так. Как там переключать болты, это я уже... Ага, все, нормально. Пускай будут эти. Я вставил. Неудивительно. Неудивительно. Run. Мне кажется, что да. О. Серьезно? Да ладно. Вы не... kidding. Да. Согласен, если бы я знал, что сейф тут, я бы еще прошлой серии бы, наверное. Добежали ладно, бы, ладно. Да. Мы не могли знать. Все. Это моя суперспособность. Какая? Ну, я могу остановить видео за пару секунд до того, как будет запланированный перерыв на рекламу, например. То есть я так нечаянно, ну, типа, я могла бы дождать, да? Ой, у нас тут все плохо. В порядке? Ну, тебя-то, конечно, никто не заменит. Ты у нас одна такая. Как ты ходишь сквозь меня, ну ладно. Ну, кем не бывает. О, инспектор Браун. Кто это? Это десерт. Да, Брауни-то было. Профан инспектор полиции Кримсон Сити Арнольд Браун. Перед исчезновением успел сообщить, что обладает важными уликами по нераскрытому делу. Кто этот Браун? Ладно, неважно. Я важно, наверное. В канализации найден изуродованный труп. В канализации Кримсон Сити найден труп мужчины с хирургическими шрамами и вскрытым черепом. Он умер несколько месяцев назад. Похоже на почерк серийного убийцы из Элк Ривер. Ну да. Видимо, да. Так, у нас. Я раз соглашаюсь, как будто что-то понимаешь. Да, мы на. 2 штуки. Одна аттракционных подобрали, один точно. И один еще так был в запасе. Не помню, по-моему, его тратили. Так, как тут у нас все? Хорошо, красиво. Ну, как тебе сказать? Когда-нибудь, если никогда, да, я согласен, я не смогу перепройти эту игру. Так, ну что, теперь. Я же говорю на нет. Давай, так как давай ты открывай, короче, я не хочу. Давай ты. Ну ты не хочешь. Какую сторону? Левую, правую. У нас так много. А ты, ну правую давай, да. Правую. Вот. Давай. На. Открытый. Вот это? Да. Давай. Ну, обычные болты. Хорошо. Болт. О, много. Ой, это с прошлого раза. Это я. Это я. 12 штук, которых осталось. Да. Ну, там, или 20. Нет, 12. Вот Руфик. Мусора навел. А убираться кто будет? Медсестра? Непорядок.
Не, ну спасибо, что хоть покинули сюда. Ого. А мы на что копили? Ни на что. Ни на что не копили даже? Мы уже в целом качали то, что нужно было. А, ну нас жирного потом... тогда нападало, да? Ну мы потом сидели и думали, а что качать, и в итоге как-то не пришли к какому-то заключению. Ну вот здоровья не хватает, да, на здоровье? На здоровье хватает, в принципе. Можно здоровье вкачать, да. Что-то еще я хотела. Множитель урона мы еще... Выносливость, чтобы мы бегали дольше. А у нас на выносливость либо 30-ка тогда нужна. Либо что-то другое качать. Ну блин, ну чуть-чуть подождать. Хотя, хрен знает, когда мы вернемся, может, мы еще накопим, поэтому да, давай. Скачивай что-нибудь. Ну, магнум не вижу смысла. Ну да. Ну вот. Ну, в принципе, меня оно порадовало. Но тогда есть смысл улучшать именно болты. Че гарпун может? А, урон огнем потом закидывать. Ну. Да, это круто. Много не находил, поэтому бессмысленно. Гранаты почти не нужны. Болты нужны. Винтовки хватает, дробовика. Ну, маловато, но я не то чтобы им часто пользуюсь. Плюс теперь магнум есть. Магнум вообще ничего не находили пока что. Ну да. Поэтому либо качать оружие и пистолет докочегаривать. Ну, множитель урона чисто. Блин, ну мы им так и мажем. Ну, зато он все равно основное оружие. Попадай. Аму. Ну, либо... Хотя она и так крутая. Я прям вообще не вижу смысла даже. Да, качать. Не, она прям... Куда? Как 200%? Надо. Она вообще... Это просто базука. Пальнул и ушел. Слушай, есть такие хардкорщики, которые ничего не вкачивают, кроме снайперки и короче бегают. Ну, это не хардкорщики. Это. Я бы, наверное, вкачал все-таки тогда гарпун. Что-то вот мне сейчас вот впечатлил снова. Ну ты играешь, ты чувствуешь, давай как чувствуешь. Давай, да, гарпун. Я чувствую, что мы умираем. Ну я про выносливость имею в виду. Ну ты все не трать, ты там... Я все потрачу. Очков 15. 50 тысяч. А, потому что он поджигать будет. 50 тысяч, понимаешь, это значит можно накопить за одну игру. И типа не особо там сильно париться, понимаешь? Тут с кого-то падает большой мозг. Я вот эти 15. Здоровенный такой, уродливый. Ничего. Мы любим его. Ананас. Ананас, да. Мы любим его, а ананас. Ну, слушай, плюс 240% урона. Куда пошел? Сохранится. А, сохранится. А вообще, у нее все хорошо. Она прекрасна, она профессионал, ты же видишь? Да. Паникуют только олухи, новички вот эти вот. Никакой паники. Чтобы понял, не угодно. А куда мы вернемся? Подожди. А туда же ли? Да. У, эпилепсия. Да. А пойти еще раз? Вообще не очевидно. Я бы даже не подумал на это. Хотя он даже не треснул. Ну, он специально показал. Он, кстати, был резнутый пока. Сейчас раз. Счет перепроверяем. Угу. Угу. Так, погнали. Раз, два, три. Готовы. Нять. Контрольная точка. Контрочка. Вот это было не смешно. Смешно, конечно. Так, статуи. Статуи. Кстати, вот, кстати, да, подожди. Вот. В прошлый раз, когда на соборе было вот это вот наверху, прям... Я запомнил эту тему. Чисто так. Нет? Минус в том, что оно никак себя не обозначает. Вот я сейчас, допустим, играю в этих банишеров, да? Там, когда предметы с лутом, они, знаешь, начинают там... Вот эти шепотки, типа злых духов. И ты такой, ага. Ты что-то есть. Да, а тут... Ты что-то есть. И она просто, она... Она даже не. Она прям не белая, она вот такого вот плюс-минус цвета, то есть она прям сливается с пейзажем. Если бы она была, знаешь, там мраморная, какая-то белая. Впрочем. А там еще справа висит клетка. Почему ж ты сиди не умеешь стрелять? Ты увидел справа еще? Вон он, там мужик стоит. И мужик стоит, и там еще одна клетка висит. Я не знаю, пустая ли. Там мужик за рычаг. Да, та пустая, там мужик с рычагом. Подожди-ка, а че я? Ну, типа, заранее, я уверен, что... Тихо, аккуратненько.
Подожди. Что спички нам очень помогут. Сейчас, подожди. Если... Глупая. Спокойно. Вдох, выдох. А еще он в маске, кажется. Да не, ну разницы нет. Ну ладно, хорошо. Все нормально. Ну... Просто то, что скрипт не сработал. А видишь, а с Руиком сработал, кстати. С Руиком сработал. Видишь, я убил, и он сразу такой, типа, ну ладно, на тебе цену боя. А должен был в идеале, наверное, когда поближе подойду все-таки. Это. О, ну хоть кто-то ходит. Слушай, а тебе можно отстрелить голову? С пистолета. Как он плавает, так вообще. Это вкачанное, ребят. Это у нас полностью вкачанное на пистолет. Ну, попал. Давай, иди сюда сам. Давай. Минус один будет. Давай, иди сюда. Давай, мне меньше забот. Давай, давай. Мы играем в survival horror. Может, выживание. Можем спихнуть. Да, вот стреляет. Он с обреза стреляет. Да, я вижу. Спихни его. Он застрял. Друг, относись к этому серьезно. Не относись к этому серьезно. Вы вот сейчас вот я сюда. Да. А, какой жирный намек. А, перебираться, да, этими. Вот он в маске. Интересно, в какой, подожди. Стальная. Ну да, я же тебе подожди. Я его не пробью с этого. Последний раз мы пробовали это. А мы с этого оружия пробовали? Может, это про... Не, мы пробовали и с этого, и с магнума, который вообще уносит просто... Мы левую часть про посмотрели? Давай, давай посмотрим. Нет? Давай посмотрим, я не уверен. Ни лута, ни черта. Ни рыба, ни мясо. Короче, я его не убью с этой штуки, я не вижу смысла. Да, не выпустить. Удерживать, присматриваться, что он хочет. Ну, я понял, что ты активируешь эту штуковину и уезжаешь. Так, хорошо, вот ты уехал. А товарищей? Тревожная музыка, я понял. А, хорошо, пойдем. Давайте. Может быть, этот чувак должен нас что-то делать? Очень много. Музыка прям совсем тревожная, сказал. Такая. Здорово, пацаны. Я... Surprise, motherfucker! Хорош, хорошо. Хорошо, да. Ты там... Ну... Легко пришла, легко ушла. Ах ты, легко этому, к этому относишься. А снова выйдете? Ты, видимо, в... Даёшь когда-то? Куда ты? Липовый, да, это прям было жутко. А не можно патроны? Это уже дали. На пистолет. Пожалуйста. А, вы оттуда его падаете. Ага, он... И взрывной болт. У них взрыв... Димон, что за балет? И какой свинки кольный комментарий. А что мне с этим делать? Лови! Это пускай кто-то добежит, бьется на эти болты. А, они, наверное, типа с системой свой чужой. Ну попробуй. А что это вы лежите? Вот, пускай примани. У него взрывчатка! Да, не сработало. А если пальнуть? Слушай, ты пойдешь ко мне? Он сейчас что-то будет делать. Он будет кидаться. Ага, нет патронов, понял. Обидно, что нет патронов. Блин, да, было бы неплохо. Я думаю, да. Ну, давай как-нибудь потом. А ты не хотел убить своих корешей? Вот это вот мне прям совсем не нравится. Ветка? Блин, ладно, один патрон. Один всего лишь патрон. Все, понял, не работает. Ладно. Туда можно? Не, я сейчас пойду, да. Тут еще шашки есть, подожди, я не уверен в этом чуваке. Ну, лучше... Ой-ой-ой, на тебе. А почему ты... Это нечестно. Он оружие убрал у меня еще, Вик. Понимаешь? Иди давай. Там кто-то еще... А где ты? А, он оттуда пришел, все нормально. Он оттуда и пришел, но вообще это была очень странная ситуация. Аптечек у меня только царь аптечка. Это намек? Ладно, я.
Так, ладно. Я просто... Я тоже не понимаю. Нам должно быть напряжно, страшно, что-то должно происходить, а... Я просто, да, не совсем... Понимаю, я... О. Кстати, с пистолетом немножко спокойнее, в том плане, что его там не так жалко. Там, в трубе, да, еще? Да, вот. Да. Могилы. Его просто не так жалко. Как? Подожди-ка, а вот теперь вопрос возникает. Как пройти там? Тут я пройти не могу. А здесь заминировано. Кто? Куда? Где? Там, что ли? Там, наверное, так. Да, вон она открывается оттуда. Ладно, в этой игре что-то пошло не по плану. Так, хорошо. Знаешь, что? Мы пошли не по плану. Слушай, ну... Это жрать ее. Ладно, не будем жрать ее. Как бы мне тебя снять бы, чтобы... Без... Ты можешь с правой стороны тебе обойти эту штуку. А? Кровь? Его раздавило дверью. А, другого его раздавило дверью. Меня слышишь? Ты меня немножко отвлекла сейчас. Да, Викуля, тебя внимательно слушаю. Спасибо. Вот у тебя один щит. Ты же можешь справа обходить, чтобы не нарваться на болты. В теории могу, но я пока должен разобраться с чувачком. Так ты можешь спрятаться вот за тот щит. В теории могу, если они не взорвутся. И кинуть ему гранату. Которой у меня нету? Да, что ты хотел? Да. Две штуки было. Кого-то постоянно убивают. Так, вроде бы же. Отлично. Ну давай попробуем, сейчас он стреляет. Перейдем. О, надо план. Было отбежать, пока дверь закрыта. И мой план... твой план не работает. Мой план отлично, надо было просто это быстро сделать. Ну да, да. Не сработало, ну, тут смотри-ка. Ты вообще красавчик. Умничка. А можно болт? Держи. Спасибо. Сейчас, я вернусь, может быть. Только буквально секундочку. Ладно. Скорее всего, мне надо к вам сюда проникнуть. Что-то она вообще больше не открывается. Сейчас он такой, типа, здорово. Почему ты все время что-нибудь пытаешься убрать? Ладно. Наверное, что-то надо подстрелить. Ну, только один рычажок я вижу. Так, подожди. Господи. Давай, открывайся уже. В этой игре что-то сломано. Ну что? Я знаю, что. Все. Игра. Да. Все? Все, я так сказал. Я аптечку сожрал и нервы тебе съел. И вовозен. Это я Вики рассказывал, смотрел тоже обзоры, и разрабы говорили, что когда делали Evil Within, специально сделали, чтобы управление было косым и кривым. Типа, это тоже элемент хоррора, потому что не все под твоим контролем. Знаете, что я вам скажу? В жопу. Вот серьезно, вот в жопу такие моменты. Типа, с хрена ли игра должна быть удобной? Если она неудобная, то... Типа, жизнь неудобная. Игру-то не надо делать неудобной. Я все боючку вот. Я пока медленно поэтому так-то иду от балочки к балочке. Чувак уехал, подожди, его не слышно. В любом кто-нибудь еще будет. А как мы туда попадем? Пока что мы будем сейчас... Вот мне вот эти вот сюда. Штуки не очень нравятся. Мне кажется, что с нами кто-то будет гоняться. Я же говорю, крупный, да? А мне кажется, сверху стрелять будут. Думаешь, да?
Не знаю. Ну, если что, нас передопустят там, мы уже всю ситуацию знаем, нам даже выгоднее, если нас завалят в целом. Мы можем это сделать красиво. Да. Они что, крутятся? Не-не. Нет? Ладно. Хороший эффект. Так, я вижу лестницу. Лестница видит тебя. Согласен. Блин, это пепел. Я думал, кто-то падает с крыши. Понимаешь? Аптечка лежит, там аптечка. Где? А, вот это мелкая. Ой, аптечка, хилка. Да-да-да, шприц. Шприц. Или сейчас будет, как только мы включим ту штуку. Ну. О, стоп, там что-то есть. Жадность? Ну, конечно. Жадность? Да, неплохо. Ну, если что, я всегда могу... О. О, легко пришло. Да. А мы знаем, что происходит в таких случаях. Да. Вон тебе ударить так... можно, да, сейчас. Тут мышь внутри. Ну, это, видимо, шорткат, чтобы потом не оббегать. Либо от кого-то убегать придется, и... Я затрудняюсь сказать, я куча слов. Я просто собью его, и... Ты тоже совсем вообще не понимаешь. Да. Может быть, наоборот, я врагам сейчас открыл. Хотя, какая им разница, тут, там пройти. Типа... Что за калитка без забора? Да, да. Так. Опустится лестница. А, да и все. Ну, тогда бы не играла тревожная музыка, хотя... Нажимать? Мы написали красивую хоррорную музыку на природном, пускай она будет в игре. Постоянно. Кто-нибудь? Да, мы будем ее слушать. Нет, 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 нет. Граната у тебя была? Ой, там обычных чуваков привалило. Не попал, чертова жизнь! Там, да, я обычных, ты правильно сказала. Да ёперный ты! Так. Да, Светлана, пожалуйста, забей ж ты, сука! Ненавижу эту игру за вот эти моменты. Это ужасно. Она просто конченая. Он начинает ни хрена не делать просто. Вот он встает и стоит такой, блин, а давайте я ни хрена не буду делать. Чё к чему вообще в этой игре? Господи. Почему нельзя было сделать управление адекватным? Стреляй. Не хочешь? На. Ну, кстати, это тебя не убивает, я знаю. Красиво. Ладно. Ну, там снизу еще. Вон он при том сидит. Слушай, ну... Не, да. Это... Хотя, подожди, ну, подожди. Его же убьет. Мы же увеличили урон. А, не, мы не увеличили урон. Вот. Давай, подходи, подходи. Давай, давай, давай. Сам, давай. Сам. А, хера, как он... Простите. А что? А... Ля, как могу. Серега, смотри. С днем рождения, да, вот это? О, давай. Лезь сюда. Серьезно? Ладно. Выстрелил снайперской винтовки, ничто. Удар Кастеланоса. Кастеланосом. Кастеланосом, да. Ужас, я... Вот эта аптечка пришла с трудом и ушла так же сама. Ну, вот это вот было обидно. Вот это вот было прям... Я... В таком шоке, что у меня даже слышать. Что происходит? Это игре на самом деле очень вредный вот экшен такого плана. Он должен быть размеренный, с врагами там, ну как, простыми зомбями, потому что кто попадет стрелковые враги, ну все как бы. Во-первых, они попадают гарантированно, если ты, ну, не в укрытии. Во-вторых, как бы система укрытий тут, ну ее в принципе нет. Ну, присел да присел, скажем так. О, нет. Это очень, очень плохо. Это просто жирнющий намек, что сейчас нам будут бить по сусалам. Ладно. О, я уже вижу. Мы будем ехать, а они будут выбегать на нас. Я даже не уверен, сколько раз мы тут... Я смотрю, ты в таком восторге. Сколько раз мы тут умрем. Я просто вспоминаю, как он, хижинку.
этим, я вообще с нашим не помощником хим. Джозефом. Какая ж хим? Кто такой Джозеф? Да, и не говори. Когда да, это было? Да. Подними патрон, ты же заправился? Да. А, подбери, братуха, подбери патрон. Да. Так, ну... Ладно. Что ж. Вот это были времена с Джозефом. Ну, в теории, конечно, я смогу присесть и по какую-то часть ударов избежать. Там кит, монстр. А ты мне что-то сможешь сделать? Да. Может быть. Ну, что ты делаешь? Он упал, потому что на краешке стоял, видимо, да, как обычно. Ну, куда? А? Чем ноги справа? Они топорами, скорее всего, или ножами. Красиво. Драма Квин. Да, да, они все такие. У него молотов. По шарам. Нет, тихо, тихо, будь спокоен. Будь спокоен. Бдительно, аккуратен и. Ладно, это слишком весело. По шарам. Не сработало. Шары. Бочки. Еще. Шары. Нереально по шарам. Это какой-то тир. Зато гарантированно попадает, понимаешь? А почему не попал? Подожди. Потому что не по шарам. Да. А по бочке. Согласен. В смысле? Сюрприз. Какой-нибудь еще сюрприз. Ну, тут сзади оглядывайся вдруг. Стечок. Проблема в том, что враги тут, кстати, знаешь, что я заметил? Они практически не слышны, если вот именно бегают. Вообще не слышно было тот, который подкрался сзади. Да. Их слышно, когда они, знаешь, там прям целенаправленно такие... А, пещерные чуваки. Вот пещерные чуваки, они громкие, да. А вот... Да-да-да, вот все остальные... Ну, это было... Очень нелепо, смешно, абсолютно не нужно. Слушай, тут показано, если честно, весь эпизод выглядит каким-то таким прям... Притянутым, что ли? Высосанным. Интересно, смогу? Серьезно? Немка. Я чисто по приколу пошел проверить. Ты просто понимаешь эту игру? Нет. Еще могу, неплохо, кстати. Слезь, блин, оно выглядит как веревка, вот эта натянутая. Мы бы сейчас упали такие с обрыва. Да. О, кстати, может статуйка? Вот сейчас самое логичное разместить, раз я пришел. Ну мы в бизин играем, какая статуйка? В смысле, какая логика? А, ну да, ты права. Блин, я бы заныкал. Я знаю. Прям круто. Я в курсе. Хорошее место. Я знаю, что ты в курсе. Ты не подходи так к обрыву, пожалуйста. Я, конечно, да, просто пила, но... не падает. Ну, хотя, кстати, враги падают, и это прекрасно. Я думал, придется вот это сейчас с ними... бесконечно отстреливаться, патроны все потрачу. Ну, ты видел, сколько нам надавали, давали, да? Можно было бы и потратить. Да если они после выстрела по шарам падают. Ну, ты бы тоже упал после этого. Да. Я не буду спорить, да. Ты вообще даже не задумался. Вон еще лежат. Да? Нет, там... Я видел, видел, я просто пытаюсь понять, как попасть. Вниз, мне кажется. А, да, тут перепрыгнуть надо. Ну... А как? На магну притом. Блин. Подожди, а как? Серьезно? Где-нибудь здесь? Нет. И он не прыгал, ну ты знаешь, у него функции прыгать нету. Каковой, поэтому... Ладно. Обидно очень, но... Ну, типа, ничего? Ну, да. Переживем. Ну, типа. Знаешь, Магнум как такой приятный бонус. Появился, ты такой... Ну, он просто хорошо лежит в руке. Да. Пускай лежит. Уберем. Иногда заменяет дробовик, но... Фу, как и. Но, как бы, в целом, контрольная точка. Хорошо. Наверное. Так и там было. Блин, тут... Темно опять стало. И это снова Evil Within, только у меня настрой уже какой-то другой. Ну все, предвзятость, оно испортило нам впечатление о себе, грубо говоря. Хотя...
Сейф-зона. А почему? То есть иногда сейф-зоны нету вообще полгода, а иногда когда такая, она типа, очень нужна. Может, тут что-то кто-то есть просто? Хотя не возле сейф-зоны. Хотя бывали, не, бывали враги возле сейф-зоны. Ну, пошли сохранимся, чё. Буквально сейф-зона в особняке Рубика. Ну да, да. Зомбом? Зомбом. А чё там ещё? Ноу. Сейчас. Дневник Себастьяна Кастеллануса, 11 июля 2012 года. После пожара прошло почти полгода. Мы с Майерой все больше отдаляемся друг от друга. Конечно, надо изменить голос. Я должен быть сильным. Но топить мысли в виски – это так просто. Я думаю так. Пока это не мешает работе, моя личная жизнь никого не касается. Наконец-то мне удалось поговорить с Майерой. Теперь мне стало еще страшнее. Либо у Майеры начинается паранойя, либо то, что она говорит, правда. И пожар не был случайностью. Даже не знаю, что хуже. Майера полагается на свое чутье, и если оно ее не подводит, то она умничка. А, в лицо! Зомбоп! Бля, мы не дочитали. Я не дочитала. Фуджи! О! Вода с горы Фуджи. Как и воздух, который продается в магазинах. О, эпилепсия! Радуйся. Радуйся, друг. Игра пытается выжечь нам глаза, потому что мы очень хорошо играем, чтобы мы играли хуже. Да-да. Звучит не очень правдоподобно, но окей. Ну так оно и есть. Как-то оно не очень безопасно выглядит. Нет, там не лучше. Ну, мы были, и, наверное, ничего нигде не валяется больше. Слушай, ты бы ремонт устроила, пока нас нету, а то как-то... Да, делай ремонт. Их ноготочек. Опять проще не становится, понял. Я, кстати, так и не попробовал болты, потому что... Да, правильно. Потому что я промахнулся ими в тупую. Потому что то, как они летят, это вообще отдельная история. Ими прям вдаль стрелять вообще бессмысленно. Только нужно вот прям... Прям вплотную. Вот там стоит еще? Вот тут вот. Нет? Нет, все. Точно подобрал? Да, да. Точно? У меня прям их по нулям точно? Было. Нет, один, там, вернее, может, был. Еще один совсем. Нет. А, да. Ну, спасибо. Ты бы реально подсобирала бы всякое. Она. Я помню. Все, как я сказала. Молодец. Ну, мы сохранились, кстати, после бута. Да, да, давай сейчас быстренько еще раз сделаем маневр. Воссоединение. Кого с кем? Мы надеялись, что у нас с нашей командой Ди Джозефа и Кидман, но вероятно, что эпилептия опять. Господи, почему? Вот зачем? Так, как я сказала. Интересно, они с патроном можно? Да нет, там только один путь. Непонятно зачем. Так. Мозги. Там, да, да. Brain Energy. Хорошо. Только тебе понравилось. Наверное. Еще патроны? Вы серьезно считаете, что я там потрачу так много патронов? Хотя, если бы я их прерывал бы, когда они бегут, они бы, да. Я бы потратил очень много патронов. И, скорее всего, кстати, они тогда бы переставали бежать, вставали бы на место и начали бы меня бить. Ну, а так... О, звуки. Кидмен. О, здесь? Воссоединение. Здесь? Или не здесь? Бессмысленная комната? Мозги. Битая комната. Да. Какая странно упавшие тени. Ладно. Я, ну... Че? О. Опа. Чего? Тут... О, а я тратил. Ну, теперь какие-то странные звуки. Да, да, не говори. Ладно. Хотя, учитывая то, что лут тут случайный. Они говорят тебе, зажигай. Ты хоть в одного попала, дура. Слушай, там стекла. Ты не пробовала? Не, только не надо опять рыбу.
будет самое глупое. Слушай, я могу их убить, просто по факту. А, может, мне почему-то кажется, что тут реально будет рыбина. У тебя прям вот. Да, вот она. Угу. Так, я думаю, сюда мне. Да, через автобус. Или нет? Ты чё, мать? Ничего твою? Не делает? Нет. Он специально типа. Значит, то есть, а знаешь, самое сложное перед автобусом. Ему проще, понимаешь, спрыгнуть в воду, чтобы создать себе дополнительные сложности, чем просто прыгнуть на долбанную машину и все. Типа, зачем? А, ну, может, он то? Больше прикол, то. Вот оно что пищало. И только сейчас он мне это показал. Да, я поняла, что. На второй раз, то есть мне надо. Все, все, все нормально. Ты открытил сюда. Это он выпустил рыб. Блин, подожди, просто. Как тебе? Вкусно? Я могу повторить. Подожди, тут может что-то есть, кстати. Подожди. Если ты там выпустишь еще одну, то тогда. Он, видимо, показывает, что. Сейчас, сейчас, сейчас. Ага. Нет, что нам туда выплывать на промежуток времени. Да, вот. О, это будет надолго. Интересно, сколько ты его выводит из строя? Подожди, давай сейчас подождем еще, сейчас подожди. Вот он еще. Надолго, слушай. Нам хватит времени? Да, нам хватит времени. Угу. А ты где? Вот он. А ну-ка. Да поднырни. Это сейчас будет очень тупо. Давай. Просто поднырни, Кастеланос. Да куда-нибудь. Так, на машину забраться получится. Типа нет, сюда на лестницу. На лестницу. Давай, Кастеланос. Давай. Да, вплыви в лестницу. Нежно, да. О, нет, опять. Ладно, хорошо, в этой игре два этапа с этой рыбой. И оба они. Абсолютно не нужны. Спасибо, Викуля. Слушай. Там Китлин зависает. Ты хочешь ее пристрелить? Лучше взять снайперку. Давай дадим ей жизни болт. Китмен, hold on. Да их всего четверо. Ну, я могу их поубивать. Типа. Как? Так всё. Лучше? Типа. Вот кто здесь драма Квин. А. О, здорово. Ты все это время стоял, ждал, пока я убил. Я справился. А. Ну, может быть, там кто-то один очень толкает дверь, и ты его не можешь снять, и она его держит. Не-не, реально Драма Квин такая. Там. Не держит. Дура, тебя не. Она просто, знаешь, это рукавом зацепилась за ручку. Да-да-да, дура, там никого нет. О, нет. Нин. Так. А теперь ключевой момент. Даже два. Я подвернусь своей гениальной. Вот это машина. Я вижу тут. Наверное, я могу на нее залезть все-таки. Да, чтобы скидывать, отвлекать. Думаю. О, там еще эти, да? Да, да. Деревянные. Слушай, ну когда я в него пальнул, он тоже надолго пропал. Я бы не сказала, что надолго. Ну думаешь, если я скину труп, ему будет дольше? Не знаю. Пока он будет кушать его. Туда я забраться, наверное, не могу. Хотя, если не могу туда. Да, она такая же. Да, согласен. Так, ладно. Погнали. Раз, два, три. Интересно, может, до деревьев смогут быть? Ладно. Ага.
Юбка, юбка. Сбирайся, друг. Ты глупый. Ты просто. Баклажан! Лада, седан. Угу. А нам сюда теперь надо про. Сейчас, подожди. Наверное, да. Не, он тут. Только не говори, что у вас двое. Ну, кстати, это подстава, что деревяхи, типа. Их двое. Угу. Вы двое? Ну, да. Сейчас я аккуратно пытаюсь, а то в этой игре можно упасть вообще с любого. Да, слева и справа. С любого момента. Вообще. Так. Ну, слушай, давай ловить. Давай их ловить. На ебалку, на ебалку. Раз. Два. Дурачочек. Хорошо. Иди, уйди. Вот этот тупой. Вот этот тупой. Я ж все слова забыла, обругательные. Там в теории, кстати, был жмур с баком. Возможно, даже. Можно было. Не-не. Ну, я имею в виду. Я поняла, блядь, да. Конечно. Это, но да, можно было бы сделать тогда. Можно было Кидман, бы сделать. Я убил всех. Ну вот ты мои. Рыбонька, господи, блин. Напряженная музыка. Страшные звуки. А, можно, не а патроны ты взял? Стенс? Туда. А, это у Кидман. Я просто убил почти всех, поэтому. Не так напряжно. Да. Он побежал за батареей. Да. Чего? Мы не взяли там патроны. А это с чего бы? Слушай, он, по-моему, идет сюда, да? Ну, он явно не заметил. О, вот у нас опять какая-то же штука. Ну, он идет сюда. Или... Давай, скрытую атаку, чтобы я мог сделать. Ну, почти какой закон? Просто туда, мяснина. Мяснина. Жив? Опа. А что вы думали, что все будет так просто? Да. Не будет. А, тут еще друг оказался, да? И не друг, и не враг. А так? Трудоголик. О, я вижу, блин. Тихо, тихо, будь спокойно. А, о, ладно, работ. Проборос. А, я забыл, да, дробовиком атаковать. Да, вот, да. Пошли. Откуда у тебя кувалду давай? Ой, господи, козла она, чтоб ты кончился. И ты ведь кончишься, если я ничего делать не буду. Ты уж определись, что тебе надо. Я знаю. Я игру хочу пройти, но и при этом управление здесь. И нервы сохранили. Да, и рыбку съесть. Импосибру. Ой, ладно, надо было болтами вас... раскидывать. Ты там как? Хорошо? Ты, мне кажется, застрял. Видман, это я. Не слышно было? Ты не хотела выйти мне помочь? Нет. У тебя галён локоток. Ну все. Мне себя не пришел, чё? Да в смысле лукаут? Достань оружие, Кастеланос! Какой же он тупой, Вик. Это вот это все это время он ничего не делал, серьезно. Я понимаю, я слышу, как ты по кнопкам бьешь. Вот все это время он ничего не делал. Ничего. Как я должен был сражаться с тремя ублюдками, которые тупо вбежали, уже бежали на меня. И я вот только вот с вот этой дистанции смог им что-то сделать. Ну, ну. Вдох, выдох, играть надо. Мирись. Да не, ну понятно. Я понимаю. О, печку. Вот что-то валяется. Да потому что... Все, все, все. Знаешь, раньше просто все вот эти вот испытания, они были испытаниями, ты такой, блин. Как бы это сделать, грамотно, аккуратно. Да, даже там, когда скелет не работал, все равно потенциально он типа подразумевался. А сейчас пошел экшен за экшеном, и как-то мне это...
Там теперь парень еще с автоматом. Кидман, может ты как истинный Джозеф пойдешь и разберешься? Нет. Давай сама там. Так, слушай, справимся. Я просто не вижу врага и боюсь, что если я выбегу, то ну хочу весь свинец. А. Блин, ну вот с этими, конечно, парнями сложновато. Их надо бить и потом стрелять. Если ясно, в кот не добежать. Да вещь. Смысл до меня? Нравится ли, сука, Таланс такой? А что? Что это происходит? Ой, у вас, кстати, носы похожи. Она попала в него. На ему и глубоко. Да. Риск. Дело благородное. По лицу. Понял. Да твою затылочную мать. А ну, блин. Скачанная рукопашка решает. Да. Какая ты бесполезная. Если ты не была бы красивой, твою мать. Ей-богу, пристрелил бы. Ну, она некрасивая. Ну, не жопа ничего. Некрасивая. Да бывает и хуже, зная мерки китайцев. А хотя это японская игра, ладно. С японцами покруче все. Вот почему-то у китайцев и корейцев мода на прям спички. Да. Я прям вообще поражаюсь, там, как вообще что-то передвигается там. Ну, ладно, неважно. Реально два пальца двигаются. Это просто... Мода не спички. Ну, у всех, конечно, своя культурная эстетика, я понимаю. У японцев, да, у них как бы все нормально. Они на острове жили, у них все свое. Нет. What about the boy from the hospital? Leslie. I found him in a cage. He freaked and ran, though. Задники, правда, такие. Вот такие. Я понимаю, да, свои задники. Твои задники загораживают все задники. Да ну что за что ты так со мной? Любя, я хотел тебе показать жопу Костеланоса. Покажи. А все. А поднимайся по лестнице. Видишь, только так. Поднимись по лестнице. Блин. Вот. Недостаточно, бывало и лучше. Привет. Двигайте. Я пошел сквозь нее. Она призрак. Надо ее кончать. Подсадная. Она не более, чем моя память, да? Дедлойд? Бокс. Дедлойд, да. Бокс-панк, скорее всего. Тихо, тихо, блин. Птица как табун лошадей взлетела. О, взорвалась. Стоп, стоп, тихо. Засмотрелись на плакатики. Сейчас единственный минус в том, то что... А. Ой, спасибо. Даже два патрона, это вообще великолепно. Я, конечно, в последнее время промахиваюсь часто, но... Подожди, я тут не был? Нет. Не припомню такого. Ну хорошо, ладно. Так, давай все обыщем сейчас быстренько. Все или ничего? К сожалению, ни черта больше нету. Жалко. У меня патронов вообще нифига нет. Ну, на пистолет. Там рука на скамейке висит. I think we've all been seeing strange things. Have you been having странные вещи? Headaches? No. Why? Joseph was. Манекен. It's like he was turning into one of those things. Да. Maybe it doesn't affect everybody. Хорошо, что на тебя не действует. Да? Ну, не зря они были на картинках загрузки, правильно? У нее наши маски. Вот там еще. Еще что-то происходит. Мне нравится, как... Как что? Не важно. Как что-то происходит, мы это слышим, но понятия не имеем, что. Ну... ну, с той же рыбой. Пип-пип, я думаю, что, что на улице звуки пикают. Не, мы не будем ничего пропускать. Да, Кидман, ты очень помогаешь. Зона сверху. Ай-яй. Ох ты ж, ох ты ж. Ой. Покажите со стороны.
Ничего, скорее всего, просто он это корчит. Я буду тебя лапать, женщина. Ну, если брать временные рамки, то вообще она бы не успела выстрелить. Ну, там так показали, что мы уже ее облапали. Лучше бы мы Джозефа нашли. Его облапали? О, ты еще жива? Где мне дырка? Наверное, просто над духом, чтобы оглушить. You might try to stop me through you. Wait, what are you talking about? Вот и ушла. Вот и... курва! Надо было тебя не спасать, короче, вообще-то... Я так... Еще время потратили, что... ресурсы потратили. Ты видишь это, ты да? бесполезный. Get it open. Get it open. Лесли. О, Лесли. Лесли? Лесли, is that you? А что ты мне показывал в кресле? Это же кресло белое, прям такое, а везде хлам такой. Лесли, ты мой хороший. What is it? Рувик? Он тебе нравится, типа. Помогите, помогите! И убежал. Ну тут же. Ну, равновешенный, ему можно. Это да. Лесли? А может какой-нибудь... Или это сохранение пойдет? Ну, потому что я смотрю по времени, что вообще как бы... Типа да. Минута. Ну, типа да. Да, так как мы записываем уже в ночь, поэтому... Завтра идти на работу. Поэтому надо... Надо отдыхать тоже. Выпуск был насыщенный на события, но вот, наверное, в этом и заключается основная претензия к игре, что раньше эти события тебя пугали, ты не пытался искать конфликта. Они реально были проблемой, но в хорошем смысле. Ну, да. Они были запланированы сюжетной проблемой, тебе нужно было ее решить, чтобы пройти дальше. А тут это... Проблема какая-то нелепая, случайная, и как будто этот казус случился, надо как-то его пройти и идти дальше. Ну, короче... А еще кидались не все враги. Порционно так, типа, вот у тебя сейчас три врага. В другом доме еще, ну, условно, еще три врага. Или, допустим, заходишь на вот те же вот фабрики, да, которые были с монстрами, там, вот тебе один большой монстр, там, два поменьше монстра. Он такой вот, все порционно, тут просто на тебе монстров, а тебе мало, на тебе еще монстров. И ты такой, у меня патронов нет. Ну, на тебе патроны. Ты такой, тут чуваки, которые не простреливаются в голову и стреляют в ответ. Типа, чё? А чё мне с ними делать? Тоже у нас была локация, один на несколько локаций, на человека с бензопилой. То есть, самое первое, помню, где мы застряли. То есть, нас учили пользоваться стелсом, да. Убегать, прятаться. А тут стелс где только это? Вначале был нужен. Где это все вообще? Не только, кстати, не обязательно типа... был, но тем не менее. Крайне приятный опыт. А сейчас это экшен. Ну, с таким тебе управлением, вот с таким вот прицеливанием, вот вы посмотрите еще раз на вот это. Меня пугает не игра и не монстры, что было раньше. Меня пугает, что мы сдохнем сейчас по нелепости, и этот ужас придется проходить заново. Да. Вот это сейчас пугает. Вот тут Вика права в этом плане, да, поэтому как-то градус спал. Интересно, с одной стороны, что происходит в целом, ну, как бы... Но подводка к этому стала похуже. Если до этого действительно жутенькие какие-то моменты, там, тыры-пыры, игры разума с этим Рувиком, там, его сестра, этот, кто там, хранитель, да? Да, все полетело, кстати, с большого дядьки. Хранителя? Ну, не с хранителя, а с жирного этого, с глазом, который еще. Не, мне кажется, раньше еще это раньше. Пришло. Ну, мне уже вот, когда появился вот этот вот парень, босс, который нужно было тупо расстреливать без каких-то там хитростей, даже колонной думаешь, что сейчас врежется колонну, это ему навредит, и мне нужно будет что-то делать. Не, он тупо его сносил и шел дальше. И ты такой, а зачем мне окружение? И машины расставили, такой, я спрячусь, тебя убивают. Ты такой, а зачем машины были тогда? Они даже не взрываются, чтобы ему урон наносить. В общем, видимо, может быть, где-то дальше что-то еще появится, кстати. Ну, мы же пока все равно ну, может не пришли быть, да, до конца. Может, да. Там самое вкусное будет. Может, просто такой эпизод, ну...
Может, какие-то другие сценаристы писали в какой-то момент. Ну, там команда же может работать. Поэтому, да, дамы и господа, будем надеяться, что дальше чуть-чуть все-таки больше либо в хоррорный момент пойдет, либо в выживательный момент, но не в экшен. Вот. Экшен нужен, без вопросов. Но никогда его в таком режиме игры, вот если вы хотите, попробуйте скачать эту игру, на клавиатуре с мышью поиграть, особенно после того, как вы поиграли в какой-нибудь Atomic Heart, например, где все очень отзывчиво в плане стрельбы, и поиграть в игру, где выстрел в голову не всегда убивает противника с одного раза. И если бы не вкачанные обивуки на пистолет, повышающие на 50% шанс убийства в голову, который не всегда срабатывает, кстати, надо отметить. И попробуйте поиграть после нормальных шутеров вот в эту игру как шутер. Ты еще знаешь, у меня тоже сравнение пришло. Помнишь, мы же с Джозефом бегали тоже по локации, вот как раз когда снайпер оттуда появился, снайперку вдруг когда. Как-то там было напряжение у нас, реально было опасно, были эти враги, надо было убегать, надо было знать локацию. Да, мы через затупили, там не знали, куда точно бежать, но все равно там было как-то странно, напряженно, но все было логично, что вот там стреляют, те бегут. Mm-hmm. Тут вот сейчас была локация, очень похожая. Ни хрена непонятно, откуда стреляют, куда побегут, куда чувак уехал, кто приедет, что происходит. Она поднимается, выбегается, с чего она поднимается порционно, ни хрена непонятно. Угу. На момент с электроболтом он завис, ну, да. Ты подбежал, она не открывалась, мы такие, ну все, она не открывается, болт забрали, она открывается. Как он усаживает очередь, довольный. Ой, это прям вообще кошмар. Ладно. Да. Закругляться. Да, поэтому мы будем закругляться. Остыть и их в следующей серии попытаться еще раз вернуться. Да. Но, повторюсь, как много раз, в целом, как именно игра, она хорошая. Как вот эпизод, который сейчас у нас происходит, ну, лично, вот, как вы поняли, и мне, и Вике, как-то он не очень сильно нравится. Но поживем, увидим, что будет дальше. Надеемся, что будет лучше, интереснее. Может быть, даже вернутся какие-то хорроры, побегушки. И будет снова тот настрой. Хотя вряд ли, конечно, будет тот же. Но плюс-минус в ту степь. Ну да. Вот. Поэтому спасибо всем вам за внимание. Надеюсь, вам все понравилось. Если что-то не понравилось, то... Ну да, пишите. Ага. Даже если понравилось. Все равно пишите. Да. Не забывайте смотреть хорьков в группе ВКонтакте, потому что тут... Шорты посвящены, но далеко не все сюда получается выкладывать, потому что YouTube все-таки видеохостинг. Вот. А ссылка на группу в описании. В любом есть, поэтому. Вот. Так что мы желаем вам хорошего дня, ночи, вечера, чего бы там у вас ни было. Горячего настроения и удачи! Увидимся с вами в следующих выпусках.